баскетбольном центре завершился 13-й турнир памяти капитана БК «Химки» Александра Петренко. Форвард клуба погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года. Год спустя в «Химках» провели первый турнир памяти. Он стал традиционным. Я его помню, когда он был капитаном в «Химках» с 2002, по-моему, по 2006 год. Но это лидер команды такой настоящий. За ним команда шла. И он ведь играл и за сборную России. Заслуженно со всех сторон. Великий был игрок. В этом году химчане оформили победу в турнире досрочно, во второй игровой день. Кубок Петренко в копилке наград нашего баскетбольного клуба, несмотря на многолетнюю историю соревнований, оказался впервые. Все команды прошлогодние, участники плей-оффа, была очень хорошая игра. И вы видите, что ни одна игра так просто легко не заканчивалась. То есть до последней игры все уже места практически были распределены. Но, тем не менее, игра была. То есть и это весь смысл был, что команды очень сильные, и они не будут уступать друг другу, понимая, что в сезоне мы это все можем вспомнить. Сразу несколько игроков «Химок» удостоились индивидуальных наград турнира. Лучший центровой – Илья Карпенков. Самый ценный игрок турнира – Александр Мальцев. Лучший атакующий защитник – Владимир Пичкуров. Подготовка к официальному сезону закончена. Впереди кубковые встречи и игры Суперлиги. Настрой, конечно, максимальный. Максимально выигрывать в каждом матче, независимо, кто соперник, чтобы недооценивать слабых и хорошо настраиваться на наших прямых конкурентов. Будем биться до конца, посмотрим, как покажут игры, как сезон будет складываться. Главное, чтобы без травм и все были здоровы. 1 октября «Химки» сыграют в Курске с местным «Русичем» в рамках 1/16 Кубка России. 7 числа стартует чемпионат Суперлиги. На домашней арене подопечный Андрея Мальцева померится силами с командой «Университет Югра». Андрей Липанов, Руслан Сафин. Новости «Химки ТВ».